Всем привет! Всем привет! Максимка хитренький. Мама говорит, сними меня, пожалуйста, с обновкой. Я говорю, ставь на своем канале такой ролик. Нет, говорит, я стесняюсь, на твоем хочу, да? Угу. У Максимки есть свой канал на самом деле, но он на нем почему-то очень сильно начинает стесняться, теряться и говорит, мама, нет, лучше у тебя. Но все равно появляется потихоньку. Ну да, да, иногда все равно набирается мужество и снимает. Ну, сейчас чуть-чуть расскажу, что же у нас тут стоит и откуда у нас это взялось. Кто смотрел, если вот последний влог у нас про ластики был, и я показала, у Максимки на столе была баночка такая, и там было много-много монеток. Было? Угу. Было. Больше 2000 на самом деле. Было. Было, да. Больше 2000 на самом деле он насобирал. Ну, как насобирал? Бабушка ему копит и раз в год из копилки на 1 сентября... дает все, что там накопилось. В этот раз накопилось сколько? 2360. Вот. И Максимка мечтал весь год о чем? О микроскопе. Вот прямо хотел дико он микроскоп. Телескоп, вы знаете, мы уже купили. Он у нас разобранный сейчас лежит. Как-то особо телескоп не заинтересовал в итоге его. А вот о микроскопе он мечтал давно. Ну, заинтересовал, просто не получается как-то. Да, пока не получается. Ну, мы займемся телескопом чуть позднее. Да. Ну, давайте посмотрим. Вот с такой коробкой он только что пришел. Коробка огромная. Больше Макса. Да? Да. Он ее уж тут и целует, и обнимает эту коробку. Ну, сейчас не надо целовать. Ну, показывай, что же ты купил. Мне же самое интересное. Разверни, пожалуйста, коробку. Мы посмотрим сначала... что входит, как это сказать? В комплект. В комплект. Так, тут отсвечивает. Ой. Ой. Вот так, чтобы не разбить еще. В общем, вот в комплекте-то тут... Что это такое? Ну, это скальпеля, чтобы ковырять, разбирать там. Вот, да. Разные тут еще штучки какие-то. А, тут части насекомых. Ого, тут даже части насекомых. И вот он это дело должен разглядывать. Ну, давай открывай, показывай. Сам-то открывал уже? Ну, да, только не распаковывал. Просто открыл, посмотрел, что в наборе. Ну, давай, показывай. На Максимке новая футболочка сегодня купили. Он довольный, весь в обновках. Да? Ага. Так, ты не уронишь? Ты той стороной? С другой Нет. стороны, наверное. Где телескоп-то сам? А, он напугал меня, открывает задней стороной. А, я думала, выпадет. Да, я думала, сейчас выпадет. Да сейчас нет. Бы на камеру сознание потеряла бы. Пленка просто. Упала бы вместе с камерой. Вот и все. Я реально напугалась. Это пленка. Это пленка. Вы посмотрите, какое чудо. Давайте поближе посмотрим. Вот. Тут написано, кто там и чего. Так это все на английском, наверное, с Англии приехала. Да, а это что, не знаешь? Это вещества, ну, сизольт, гаммедия. Ага. Правильно, шрайм, икс. А тут кусочки бабочки, видимо, да? Угу. Вон прямо видно. Лег даже написано нога. И вот, собственно... Микроскоп. Сам микроскоп. А это линза-прожектор. Если ее нацепить сюда, то она будет показывать то, что видит микроскоп. Ее можно вот так вот открыть. Где тут коробка? Вот тут на коробке показывалось. Вот тоже штука какая интересная. Угу. Вот, это прожектор такой. А, вот это что. Ага, понятно. Ну, замечательная штука. Сейчас-то уже разбирать он его не будет, если даже поиграет. Но, наверное, когда-нибудь мы попросим Максимку нам показать, да? Что же там внутри-то? Очень интересно. Довольный? Очень. Очень. Ну, поздравляю тебя с твоей мечтой. Спасибо. Такой радостный. Вообще, очень интересно то, что у Максимки есть такое в характере. Если он что-то хочет, он может и год собирать, и терпеливо ждать. Вот я не знаю, ну, когда он хотел телефон, он его в 6 лет накопил. Даже зарабатывал денежки в интернете. Сам, да. И купил через год телефон. А, кстати, покажи, что у тебя есть в морозилке с зимы. Сейчас он кое-что покажет. Зимний сувенир. А что ты мне-то даешь? Смотрите, что у него есть. И бывает за зиму,
Мне вот таких кусочков снега он приносит несколько. Вот такой вот прям кусок снега. Вот ему это надо. Да? Довольный прячет. Растает еще. А то еще растает. Вот так. И каждую зиму мне Максимка приносит эти кусочки снежные. Зато синяк на щеке. Да, и можно прикладывать. Вот такой вот лекарь. Я сейчас покажу, что же еще у нас сегодня появилось. Тоже очень интересненькое. Так что оставайтесь с нами. И надеюсь, этот влог вам тоже понравится. Хочу показать, сколько грибов сегодня принес у меня муж. Он ходил в лес. Наверное, получилось с 7 утра, может быть, до 12 они были в лесу, даже меньше. И за это время собрал ведра, наверное, 4 больших, огромных 15-литровых ведер грибов. Вот что тут я покажу, еще осталось. Еще варится в кастрюлях, 2 большие кастрюли варятся. Вообще сказал, что лес просто заполнен белыми грибами, грибы чистейшие. Все, ну, видно, да, что они вообще все хорошие, прямо какие-то сказочные. Вы посмотрите, какое чудо. Одни белые. Ходили, говорит, по лесу, прямо такая, говорит, сказка, как будто в сказку попали. Ну, вот моя рука, это огромный таз, прям очень большой этот у нас таз. И вот решила, говорю, да, я говорю, я сниму, какие красавцы. Посмотрите. Вообще просто чудо. За 4 часа уехали, говорит, из леса, просто уже класть было некуда, а грибов осталось, конечно, много-много. Я очень люблю лес, люблю смотреть, как вот эти грибочки растут. Если б не моя спина, я бы сама с камерой поехала и там бы все снимала, фотографировала. Ну, пока муж собирает, я бы все это дело снимала. Вообще очень приятно. Люблю я грибы, не только кушать, но вот их вот так вот трогать, гладить. Сейчас вот они уже почищены, но я очень люблю. Сейчас я вам, давайте вот переместимся сюда. Я очень люблю, когда они вот, не знаю, как их достать-то, чтобы они уже примялись, потому что лежат какое-то время. Вот когда они со шляпками, вот когда листики вот так вот прилеплены. Ой, они вообще прям такие, как сказки. Смотрите, какое чудо. Огромные и при этом чистые. Вообще червивых нет. Все грибы молодые. У нас дожди не заливали, но время от времени они все-таки шли. Нет, я сейчас так не достану одной рукой. Боюсь, что поврежу. Вот. Ну, классные, конечно. И очень много. Тут тоже уже на донышке. Это я уже Денису говорю, да, я говорю, сниму ролик, а то, говорю, сейчас начнешь уже резать вдруг. Вон, смотрите, сколько их. Вот они какие красивые. Ну, как красивые. Чумазенькие, конечно, еще не мытые. Ну, вот даже по ладони, посмотрите, какая ножка. Такой столб-то стоит, если... Вот, на фоне ромашек покажу. Ой, красота. Ну, про грибы я могу долго говорить. Потому что они прямо сказочные. Пожарили мы большую сковородку с грибами. Очень-очень люблю жареные грибы, чтобы вот был салат из помидор с луком. Чуть-чуть картошечки совсем, и в основном были именно грибы. Поэтому сейчас будем ужинать всей семьей. Наверное, как жареные грибы, я так сильно люблю еще окрошку и борщ. Вот это, наверное, 3 моих самых любимых блюда. Так что, если вдруг кто-то кушает, всем приятного аппетита. И мы сейчас будем вот еще вот эти, уже обработали все грибы. Мы их будем сейчас резать и уже убирать. Вот. Хочу рассказать еще одну историю. Когда я снимаю влоги, то стараешься ходить, когда по улицам, то смотришь по сторонам, что можно интересного снять, думаешь постоянно, чтобы рассказать. Ну, мало, конечно, выходит в эфир в итоге. Обычно я потом думаю, ну, ерунду какую-то наговорила и удаляю. Но тут был случай, когда у нас не так давно построили большой, ну, просто огромный магазин, двухэтажный, «Империя цветов» называется. Он настолько интересный, там столько цветов, там столько статуэток.
очень много не просто для квартир, а для садов, для дач. Вот именно статуэтки на улицу, для украшения дома. Ну, правда, было очень красиво. И он больше похож такой на цветочный и статуэточный музей. И я думаю, ну дай-ка я на свой телефон сниму обзор этого магазина. Ну, если заругают, так заругают. И представляете, посреди магазина, видимо, там на стене где-то висело радио, и потихонечку в этом радио пела песенка. И я мимо проходя снимала, что-то рассказывала, показывала. Но YouTube эту песенку зацепил, и оказывается, она имеет права авторские. И у меня этот ролик не пропускает YouTube, поэтому я не могу загрузить его из-за этой песенки, которую даже не слышно в ролике. Мой телефон ближе к концу магазина села батарея, или память кончилась, наверное, память кончилась. И я хвостик сняла уже на Максимкин телефон. Ну вот этот хвостик, он, конечно, пропускается Ютубом, но так как телефон гораздо проще, и на такую камеру невозможно снимать, вот когда ее вводишь, то картинка, ну, как бы смазывается. Но там всего секунд 40, может быть, и, наверное, я вот этот хвостик, ну, чтобы хоть какое-то вы представление имели, что не зря я там снимала, я загружу. Если интересно, конечно, я сниму по новой, попробую с камерой туда прийти. Ну, камера, может быть, конечно, напугает продавцов. С телефоном-то как-то мало заметно было, что я хожу. Но могла бы я попробовать еще раз, если интересно. К чему я все это рассказываю? В общем, влюбилась я там в одного котика, статуэточку. Вот вы ее видите уже перед собой все это время. Мне Максимка сделал в итоге подарок. Он из своей копилки достал эти 300 рублей, 290. Сейчас, да, вот тут цена даже есть, 290 рублей. И сказал, ну, мама, ну, раз тебе так нравится, пусть у тебя будет этот котик. Он не маленький, видите, он такой большой, то есть его можно потискать. Он керамический. Очень красиво у него так пузико оформлено, живые глазки такие, ну, прям вот лапочки у него такие классненькие. Ну, так мне понравился этот киска. Самому Максимке, вот там в ролике я сейчас после вот этого сразу вставлю тот кусочек. Ну, если интересно, посмотрите. Нет, перемотайте, там секунд 40. Я его специально в конец ролика и закинула. Максимке понравился больше, там второй вот рядышком будет стоять в ролике. Как раз у меня именно на этих кисках включилась камера вторая. Поэтому решила я все-таки загрузить, показать. Если интересно, смотрите. А у меня теперь есть вот такой вот прекрасный кисонька. Так вот незаметно и начнешь коллекцию кошек собирать. У нас от Оксаны Алексановой кошечка стоит. А от Викули Михайловой кошечка стоит. И вот теперь у меня от Максимки вот такой котик. Такой прям классненький. Он у нас лежит на подоконнике. Такой деловой, развалился. Очень смешно, когда рядышком с ним валяется Степа. В общем, вот такие два котика у нас теперь, Степа и вот такой. Ну ладно, болтать не буду, а то ролик будет слишком длинный. Ну, наверное, я-то уже прощаюсь, вставлю вот этот кусочек и уже буду собирать в следующий раз на другие ролики, на другой влог новые. Ну, новые сюжеты. В субботу у нас открывается таки магнит косметик. В прошлую субботу оказалось так, что открылся только магнит, а на втором этаже открывается магнит косметик. Это первый в нашем городе сетевой косметический магазин. Очень жду этого события. И обязательно схожу, посмотрю, что же там. Ну, а сейчас пока. Я влюбилась вот в этих кисок. Да, такие они хорошенькие. Ой, такое чудо. Тут вообще много кисок разных. Единственное, свет мелькает очень. Так, Макс попал. Тоже так. На моем телефоне закончилась память. На Максимке. Качество, конечно, еще хуже. Так красиво. Ой, какой ослик. Продали удобрение. Удобрение продали, а кому не нужно? Видимо. Белочка.
Такой чудо-магазин, столько всего интересного. Бабушка уже показала. Макс, бабушка впечатлила. Дали денежку. Ручку. Такой красивый. Так вот, в целом. Прям очень понравилось. Статуэтки с кисками интересно. Очень красиво оформлено, конечно, вход в магазин. Макс опять с этим котиком. Котик-колобок. Так что, кто проезжает Переславль-Залесский, заезжайте в нашу империю цветов. Очень красиво. Огромный магазин и очень интересный, да? Да. Пока.